Это было круто. Тебе правда понравилось? Очень. Может, повторим еще разок? Малыш, брат, у меня завтра очень важная встреча. Дежурный, может, дело не в работе, а в кое-чем другом? А в чем? Ну, не знаю. Может, в твоем возрасте больше, чем один раз за ночь уже. Не получается. Ты специально это говоришь, да? Да. Ты специально это говоришь, чтобы меня разозлили. Я тебе сейчас покажу, как у меня. Давай. Не получается. Между третьим и четвертыми позвонками. А что мне делать? Ну, для начала нужно понять, что вы уже не юноша. Поэтому никаких активных видов спорта. Никаких тяжестей. В противном случае ляжете на операцию. Я вам сейчас напишу про...